встретить медведя на улице. То, что вы увидели, отличалось от изначальных представлений? Что вас удивило? Ну, в детстве в Америке представлялось, что Москва, там везде страшная рука Кремля, на каждом углу серпы, молоты и тому подобное. Мне в голову не могло прийти, что Москва может быть таким интернациональным, многокультурным городом, который мне лично придется по душе.